Так, ребятки, еще один рецептик вам. Вчера мне пришло такое мяско, которое я покупаю по 2 евро. Оно было чуть-чуть жирноватенькое. Я его скрутила в рулончик. Я его сделала, как мы делаем аросту. То есть мясо в кастрюле, немножко в молоке, немножко в воде, немножко в специях. И сегодня мы его нарезали под пленочкой. Вам его плохо видно. Говядина, говядина. Немножко жирноватая. И сейчас наш супер-повар. Или горохой спирини. Все равно пробуйте. Наш супер-повар Эриксон будет готовить вительтонато, называется рецепт. Рецепт от повара. Ви соно манката, ragazzi. Не хватало вам Эриксончика, да? Ma abbiamo talmente tanti fan che ci chiamano, non abbiamo tempo di servire. Я буду готовить рыбку, а Эриксончик будет готовить вительтонато. Эриксончик, куда ты без нас? Натекай. Тунец. Хорошие куски. Quanto abbiamo messo? 300-400 грамм. Più o meno. Mezzo kilo. Meno. Fidati che tunec. Грамм 400 тунца. Даже больше. Малонеза. Малонеза. Мети, мети. Все на глаз, ребята. Тут услуги, но чела рецепта прецизна. Ci vuole occhio della cuoca. Assaggio, certo. Ma questo хлеба la можем поедим. Не скучи. Не скучи. Ne vorrebbe un po' di più, mi sa. Di maionese? Ora vediamo. Ancora? No. Ha blizzato la dosca, io non mi sto casando. No, no, guarda che. Va benissimo. Эриксончик, закончим рецепт. Да, Эрика уже всю пробу снимает. Уже можно... Чокуляционе. Браво. Вы Янки Сула брешь? Помазать майонезиком. Ну, у нас все любят майонез. Давай. А, ну... Коме ми пья. Че, че ла пеликула се. Ла карта. Vabbè, sì, la carta puliamo dopo, dai. Ciò, non ci abbiamo tempo da perdere. Чуть-чуть белее. У нас же три раза. Basta, vado, diciamo ancora questa. Io ti dico basta. Aspettiamo qua un attimo, poi. Ma che buono! Acciughe i capperi? Le lavi i capperi o no? Ma quanti erano dentro di... Ma quattro capperi e una forchettata di acciughe. Non hai visto? No, я пропустила. Эрика добавила каперсов, буквально маленькую горсточку и... Вы поняли. Наши acciughe. Ma voi la farete, siete degli esperti della maionese. No? Vedere? Buonissimo. Сейчас мы откроем, все это намажем. Quindi hanno preso sale da capperi praticamente. Sì, sì. E un po' di acciughe. Да. Соли берут с анчоусом, соли не добавляла. Соль они берут с анчоусов и с капперсов. Все. Вот это такая консистенция. Сейчас мы намажем наше мяско и будет у нас уль. Ну а я занимаюсь рыбкой, упаковала ее так дно. Смазала оливковым маслом, посолила, поперчила. Поверу. Тоже сейчас сделаю сверху и посыплю петрушкой в духовку. Вторая булочка. Хлоп. Баста. Пошла. Вот Лилёк какую рыбку сделал. И сейчас покажу вам, как смотрится наша вительтоне. Вот так вот смотрится. Кусочки мяса. С соусом майонезным. Очень вкусно. Это наша фриттата. И начинаем мы обед. Сегодня у нас еще такая паста. Меланзаны, пепперони, кини. Ты видишь, москато? Да. Фамозо! Андрюшка, грация, грация, грация. Мы начинаем. Али. Грация. Сонушелоза. О, ес. Кантина.
Маранзана. 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 Спасибо, Андрюшка. С работы едем, погодка. Дождь. Дворнички я еще не поменяла. Вроде бы везде солнце. Небо чистое. У нас дождь. Ну и бог с ним.